Жители третьего этажа дома номер один по Рябиновой улице не считают себя просто соседями. Говорят, мы семья, и праздники они отмечают вместе. Как я поселилась здесь и узнала, что у нас ветераны, все мое внимание было к ним обращено. 9 мая – это всегда мы отмечаем, и Новый год. Наталья Поткина – добрый, отзывчивый и очень инициативный человек. Именно она объединила своих соседей в одну большую семью, а лестничный холл своего этажа превратила в произведение искусства. У дружных соседей есть немало своих, можно сказать, семейных традиций. Например, в преддверии Дня Победы они собираются вместе, чтобы поздравить самого почетного жителя этажа – ветерана Великой Отечественной войны Тимофея Балашова. Мы гордимся вами, что вы с нами продолжаете жить, что вы обучаете наше подрастающее поколение. Что вы даже вот, по-моему, вчера ездили, да, в школу, говорили, вы просто молодец, мы вами гордимся. На этот раз, чтобы поблагодарить ветерана за победу, Наталья пригласила не только своих соседей, но и представителей крупных компаний, которые с радостью откликнулись на предложение присоединиться к поздравлению. Поэтому, кроме теплых слов, Тимофей Балашов получил еще и подарки. Очаровательные сотрудницы известного гипермаркета принесли ветерану пакет с гостинцами. Нам вообще приятно здесь быть. То есть мы очень хотели поздравить всех ветеранов и как раз подготовили такое вот поздравление небольшое от чистого сердца. Пускай небольшое, но от чистого сердца. А бизнесмен Андрей Селянин предоставил ветерану доступ к бесплатной качественной питьевой воде, подарив ему специальные ключи от колонки. Это такие акваключи, на которые мы в автоматическом режиме будем пополнять для наших ветеранов уважаемых и обожаемых ежемесячный объемчик воды, который они могут всегда бесплатно пополнять, брать и, собственно, пить кофе, чай с нормальным вкусом. Тимофей Балашов обрадовался подаркам, но само внимание ему дороже. При любом удобном случае ветеран обращается к людям с важным призывом. Вам я хочу сказать такой маленький призыв. Берегите матушку Россию. Вносите достойную лепту в ее развитие и достоинство. Когда-то на этом этаже жили два ветерана. Один из них, Владимир Лен, недавно ушел из жизни. Но память о нем всегда будет жить в сердцах его соседей. У нас с вами вот там. Кто же? Там. Лен? Да. Владимир Ильич. Вы два ветерана? Да. На нашем этаже? Да. Были только два. Сейчас. Сейчас вы остались один, да. И поэтому я предлагаю... А давайте сделаем минуту памяти. Не каждому ветерану так повезло с соседями. В этом уверен Тимофей Балашов. А Наталья Поткина ему возражает, мол, это не ему, а им, соседям, повезло жить рядом с таким героем. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».